Дикий туризм может навредить экосистеме урочища Боржора, расположенного в Мангистауской области. К такому мнению пришли эксперты, прибывшие в регион из городов Нур-Султан и Алматы. Научная группа по инициативе Минэкологии посетила уникальный памятник природы. Изучая достопримечательность, группа исследователей пришла к выводу о необходимости создания инфраструктуры для туристов. Это позволит минимизировать риски урона для местного биоразнообразия. К примеру, если раньше дороги к урочищу были твердые и накатанные, то сейчас картина иная. Поверхность почвы миловидная. Из-за большого потока машин образуется пухляк. Эта пыль оседает на траве и пагубно сказывается на животных. Только с августа по октябрь урочище посетило больше 2000 человек. И эта цифра, по данным экологов, будет расти. Поэтому для культурного отдыха необходимо создать условия и построить туристический комплекс, говорят эксперты. Люди, посещая такие места, не осознают, что они наносят вред природе. Приезжая на своем авто и выбрасывая там мусор, они даже не подозревают, какой урон они приносят природе. Для защиты этой зоны нужно предпринять меры. Вот все однозначно сошлись, что подобную инфраструктуру надо возводить очень быстро, иначе потерять уникальный природный ландшафт будет очень неправильным. Учеными было выдвинуто мнение, что этот комплекс должен находиться вне пределов особо охраняемой природной территории, а именно заказника. Инвестор, который изначально автор идеи строительства подобного комплекса, внимательно все выслушал и уже огласил свое согласие на то, чтобы вынести предполагаемую концепцию строительства этого комплекса за пределы особо охраняемой природной территории.